І у нас новий оператор з сьогоднішнього дня. Давайте поцілуйтесь, будьте мілами. От. Перша басейна маска в цьому році у нас ще не було. Такого. Пілками ходила, допомогиш по кухні теж. Все. Ай, ти знімаєш? Все, розкажи. Мой. Йому или мне? Тебе. А, не. Шампусика. Да. Все. Дайте девушка. Давай, мать, деньги. Ла-ла-ла. И как тебе жена кентавр? Как ты? После ЗАГСа. Жена вообще супер. Любишь экзотику? Да. О, какая у нас молодая. Джон Сноу. Можем начинать съемку. Гай, он поглостит. Лишку? Раз и... Мене? Одразу. И вот он, Настасик. И сегодня у нас веселье Каролины и Артура. Погода супер осенняя. Хорошие кадры получатся, потому что осенью солнце ложится более быстрее и более мягче, чем летом. Ложится. Ну, конечно, садится, но можно и ложиться. Можно и ложиться. Сегодня все можно. Так что празднуем сегодня их торжество. Так, вот наша нотка. Ей тут химичат. Химичат. Вот, уже долго же, да, сколько уже? Мой. О, у тебя есть тоже что-то уже? Да. Пожалуйста. О, у тебя еще грязность. Ну. Смотри, значит, вопрос. Ты, смотри, замужем, да? Да, я замужем. И для, вот, для наших зрителей подскажи, стоит ли замуж выходить? Главное, за нужного человека замуж выйти. Да. Если нет ненужный человек, то не стоит. А если тот самый, то тогда, конечно. И как в вашем случае попался нужный? Попался, тот самый? Да, тот самый. Тот самый или нужный? Самый лучший на свете попался. Какие плюсы после того, как ты с этим человеком стала вместе жить? А, какие плюсы? Ну как, плюс в том, что ты чувствуешь себя защищенной, чувствуешь себя как сосуд наполнен, короче. Чайничек нашел свою крышечку, вот как я себя чувствую. Ага. А минусы какие, когда вот была без мужа, может что-то было лучше? Свободы больше было? А как-то нет, нам нормально, очень хорошо нам вместе. Как-то нам даже не хочется как-то отдельно. Типа вместе лучше, чем отдельно было? Да. Тут какая-то специальная завивка тещина. Завивка? Чуть-чуть. Местами. Ну, у меня теща тоже завивается, когда идет на праздник. Красавица сделали. Красавица она у вас и так по жизни. Что мы без вас делали? Ну что, ничего, плакали. Плакали вы, да. До свидания. Все, пока. Мне сейчас все ноги в дырочках будут, а платье будет. Ну, хорошая у тебя мама. Да? Нормально. Пообщались? Да. Чисто мы даже подумали с мамой, что он ради мамы с тобой женится. Ради тещи, что ради тещи, да. Он просто с ней пообщался, подумал, я хочу эту тещу иметь сюда себе, с собой. Так что... У нее огурцы маринованные вкусные. Так да. У нее, ну, по делу говорит, как бы, ну... Женщина, что надо, да? Как бы понимающая, да? Нету такого, что она когда про какие-то там корабли космические рассказывает, ты не думаешь, про что она говорит. Вот я с ней 5 минут поговорил, понял, что нормально. А как полегит? Ну, зачем так много? Хочешь больше сюда? Нормально. Красиво же, все нормально. Ладно, если не придираться. Ты хочешь, чтобы маму украли твою? Маму сворует, если еще сделаешь лучше. Так будет. По ЗАГСу. Это молодой слептизер везет уже. Да. На камере. Тарзан какой-нибудь. Королева дома? Да. Так. Вот Инга пришла. Я сейчас. Я вижу. 2, 3. Ага, пускай. Опускай, секси бич, такая смотрим сюда. Nothing can stop.
stop me, I'm all the way up. I hit him all for nothing can stop me, I'm all the way up. I hit him all for way up. Color money, purple yin and blue. Павел, где? Заходи первый. Жениться. Не надо. И сам останавливай камеру. Сейчас мы вас, секунду, поставим камеру. Не испугайся, это еще не муж. Не того приведи. Но нет, это... Как это одевается? Я не умею. Там это должна быть такая булавочка. С левой стороны на стол? Да. Пока не закричит. У меня руки трясутся. Ну куда ты, мама, стоит? В тёщу стреляй. Вот, вот. А так тёща хвалила своего, блядь. Видите, он в тёще, говорит, стреляет. А где деду? Ой-ой-ой, как он там? Расплакался. Так, ЗАГС. Тут ещё... Ого, какой оператор звёздный. Тут ещё... снимались наши родители в этом ЗАГСе. Вот. И у нас новый оператор с сегодняшнего дня. Давайте поцелуйтесь, будьте милами. Вот. И он очень хорошо молодых ставить умеет. У него есть жилка, он может снимать фильмы Тинто Браса. Муа, Мегнафи. Чимай бук, дрога же. Наконец-то. Видишь, что значит? Ебануло, я в руках. О! Курва. А как вас будем целовать? Вот наш новый оператор. Хватит! Новый оператор, новые идеи. Новый оператор, новые идеи. Ой, тебе пью. Сейчас подпалишь, Павла? Подпалишь. Жареные пальцы. Вот. Первая бассейнная маска в этом году у нас еще не было. Я думаю, что она не последняя в этой жизни. Хотите по 50 грамм, мужчина? Нет, спасибо, мэр. Ты на той, как раз на черепашке, не ну? Субзиру, белый субзиру. Только ты с теми, с двумя, кто с вилками ходила, помогаешь по кухне тяжко. Че въедно полоник, вдруг это... Скалка. Скалка. О, а тут и кто, скорпион? Ай, хорошо. Не выпейте. Дезинфицированные цветы? Хорошо. Ты же расцеловал, и я тебя. Поздравляю вас, Иван. Спасибо большое. Друг друга посматриваете. Спасибо. Ой, я запачкал цветы. Так. Гости, люди. Давно не виделись. Ну. Как живете? Ну, хорошо. Да. Привет. Сегодня свадьба много. Ну, так все, видишь, женится последнее время, пока осталось. Да, так у меня с 26 октября переписались на 16. Ну. 17 было так бояться. Раз, два, три. Тем более, уже в белой маске, уже молодая у нас стоит в этом. Так. Я тоже со своей маской. Красивыми? Да, где только я ее снимала. Вот. О, даже с логотипом. С Елена фото, да. Привет. Да, зарекламировала прямо внутри, как быстро. Да. Главаны! Все. Ай, ты снимаешь? Что, все, расскажи. Мой. Кто твой, я? Нет. Артурик? Поташкин мой. Поташкин? Ну да. Поташкин, ты ее? Я ее. Ну смотри. И только ее. Чик-чик. Чум! Артур, расскажите, какие у вас чувства? Странные. Странные. Хорошо, возьмите запейте тогда. Хоп. Благодарствую. Морошка пишет. Я думаю, Морошку. И мне писала. Каролина, на селфи-камеру расскажите, пожалуйста, чувства ваши. Так только что рассказывали. А мне ты не рассказала правду. Все отлично, все прекрасно. Там уже мои. 50 грамм налить? Ему или мне? Тебе. А, мне. Шампусика. Да. Все. Дайте девушке. Сейчас. Хоп. А ты уже, смотри, жена прижилась. Это 50 грамм на вид. Ему, типа, тебя еще спрашивать надо. Так я ему... Ну, так я сказала бы... Скажи тост мужу. Тост мужу? Чтоб такого не было бы больше.
не слышал бы такого. Господи, тут слов не подобрать. Ты не имеешь что сказать? Я имею очень много что сказать, только это все не сложить в один тост. Можешь ругаться одним словом. Я тебе вообще так говорю. Я тебя очень люблю. За нас. Сватя, где боты потеряла? Тут. Для фотосессии отдала. Видеоблог 67 из X5, но пробег 380 километров. Нет тысяч. 380 просто километров. Женщина, здрасте. Здрасте. Расскажите о себе что-нибудь. Что тебе рассказать? Не знаю, как вам X5 новый? Очень удобно. Очень удобно. Хотели бы такой? Да. Фигушки. Смотрите, какая тут ручка. Вся в гламуре, кристаллы. Там внутри X. Как у X-менов светится, когда едешь. Красота. Там везде, не знаю, видно, не видно синие подсветки. Не знаю, конечно, почему X решил все в синем сделать. Может, у них клиенты в основном синие. Но я бы цвет поменял бы. Стоп. Стоп. Лаба, Диана. Момс, двидешим чизу и вена нагетсу яунаей. Кек нагетсу. Вена. Дидели. Двигуба. Ты галят по картопке? Как бы? Двидешим чизбургерю. Таип. Ир вена дидели нагетсу. Двидешим нагетсу, таип. Ne, vieną nuggetsų. Ai, 20 vienetų nuggetsų? Taip. Jo. Kokie padažai bus? Bet ne 20 pakuočių aš turiu omeny. Nu tai 20 nuggetsų vienai pakuotėje. Gerai, tinka. Kokie bus padažai? Kokie yra padažai? O kokie yra? Barbeikų, saldžiarūkštis, karis, garstyčių, majonezinis, česnakinis... Saldžiarūkštį. Davai, madingi. Маленькие. Офигела, она уже не поняла, в чем дело. Молоденечка. Готова. Пласке было всего 11 лет, и, кстати, несмотря на такой юный возраст, она получила даже государственную премию. Да даже с Потачкиной. Я про тебя забыл. Спасибо тебе, любимый. Идем кормить молодых. Эй, нормально. Кончили фотосессию, и да. Сейчас едем куда? На мост. Хорошо, еду на мост. Все, поехали. Ну вот, Станислав, мы сейчас одни, можешь сейчас ответить на пару наших вопросов. И у нас есть вопрос, значит, ты как не женатый, мы все зрители знают. И может скажи просто для веса ты скажи, какую ты жену хотел бы так, плюс-минус. Хотел бы добрую. Меня саву драгу ешком жмонос. Мне галит подлет. Поможем найти Статику жену и сделаем его счастливым, как и мы все. Шпагат умеешь делать? Шпагат? Be tinklelio apačioj. Aš turiu pasijonį, bet aš galiu jį nuimt. Tai kai sėsi man žirgo, nes jisai ten išsikraipys. Gerai. Liubiš kaninų kušat? Кстати, хотели попробовать. Женя, помнишь, который на день рождения был? Так ходили в ресторан, но там бургеры должны были быть с каниной, но они закончились. Я пробовал, не понравилось. Да? Жалко, конечно. Вот такой, о, добар фотографуоты с Имишка, погал общетима курил. Курсавли зовут, рад такой. Курдажнял с Имишка, да? Живет... Мой су фотограф с Вильню вожав хамбургер 40 лет на Вальгет. О, Ира хочу хамбургер. Ира? Митловерс. Ai, tikrai ta karta ploji labai. Bet anksčiau būdavo. Mes su kazakstaniečių draugu mano buvom nuvažiavę. Mes norėjom. Čia mūsų laukia turbūt, bet ne mes. Gasi be nuotaka papalas.
Мон сукня для пикьёба, чем штриба. Ох ты! Ну, давай сейчас, кружок. И как тебе жена кентавр? Как ты? Жена вообще супер. Любишь экзотику? Да. О, какая она, молодая. Не подходи. Отвернись, а покажи, жена кентавр. Лучший день моей жизни. Вот. Найдет же. Свет плохой с этой стороны. Все. Вот. Вот, Симона, че? Вау! Хорошо, хоть кушал хамбургер с Аркленой? Мидбастерс есть. Бля, он бы мог бы так заехать, зляшка, было бы больно. Сейчас все возьмете. Было бы даже, ты боль бы не почувствовал, просто бы отлетел бы, просто полетал. Галим поглостит. Мишку? Раз я. Меня? Каркленый ресорт. Дали, 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 дали. Что? Бежали. День добрый. Одразу. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome. Ти ли веселив в одне місце? Честь. Добре. Давно віддянуся, я це летом дивимося, я живеш помер где. Ні, тусило. Честь. Ну, фільмуйте. Що, ти як відеоблогер, короче. Все, ти відеоблогер. І не треба нічого нажимати, да? Все, напишет уже. Только коментируй, щоб не мовчати. Ну, коментируємо. Как вам начало вечера? Отлично. Шампанское. Отлично. Шампанское. Нет шампанского. Сегодня без шампанского. Добрый день. Как настроение? Чудесно. Прекрасно. О, хлебушек. Все хорошо. Как настроение? Алекс, держи, пожалуйста. Блогеры? Все блогеры собрались сегодня. Сняли промолчать. Ну, на камере все. Ой, камере. Пожалеешь, что дал мне камеру этот вечер. Все настроено, готово? Все. Ребята работают, я удивляюсь. Просто супер. Все настрой, все готовы. Новый оператор, это как там в бою закаляется. Он не достанется. Трогает. Где ты была? Где ты? Мы так тебя искали. Хороши. Хороши. Спасибо за съемку. Как-то так. Первый бой прошел, ты успешно. Это зал маленький. И маленькая музыканша. Маленькая, небольшая. Спасибо. Сколько? Килограмм 45. Две музыканши, один Павел оператор. Вот, мы шукаем для Стасика жены от 25 лет. Чимашек из порекомендовать. Просто имена, які можу повідати. Ну я мам, я зараз не повім. Ну помисли зараз. Не мам. Так, пошукаш, то ти дому. Обов'язково. Бо срочно, щоб його женити, бо віна самобіра добрості, а машина трати. Что? У нас план хулиган, план пятилетки, Стасик имел уже двоих детей. Баль зачинася. Доктори плянулися баль. Максимально хребет до другої з нашої сторони. А не может от них свой диджей, виза хожа хиба ест? Ест, да. Не, ну. А, это... Там. Он и блогер, он и диджей. То може і дуже, так. А, Юма, лучше от нас? Вам пиво принести? Кому? Возможно. Пиво встречаем. Нет, это шампанское. Сегодня не, завтра. Завтра. Или после 12. Хорошо. Нам пиво принесу.
приглашают. Что, не вас там приглашают? Нет. Не, еще. А мы можем домой ехать. Может, это? Сегодня придется много. Кто я тут? Я ж никто. Ну-ну. Это нам сейчас купить или что? Ну, а это Сват хотел, но его пригласили уже в зал. Так мы... Вот, смотри. Ну что ж, самое главное, как и говорю, повторяюсь, виновники нашего торжества – это новоиспеченная пара, семья Каролина и Артур! Тобой и мне, я когда молила, нас себе молила. Дисей, Карклены, да, Кеулена, и та пенкна. Паненка. Паненка навет. Угаша раз. Фарды не оценила. Вот, и тен панам теж даю попить. Цо паненка на цяло вільно хотела бы поїти? На цяло вільно. А мам часу помисти, чи так одразу? Просто... Може, станцю зачимся? Може, станцю? Станець потім. Чи варто вже замуж виходить для всіх дівчин, повіць просто? От бугулі так. Я би помисляла. Не мислянць, да? Я би помисляла, чи напевно. Ну, так дуже важна децизія, чи ви пшують, чи ви дуже помисляться. Якою дуже за порадок? Я просто з цим задом попросить, може, чаю хотіла. Земного? Чай виручає? Кому чай? Так, прошу, горонце. Я, кстати, хто би на перший смак? Ніщо не взяв? Возьми. Возьми рот і тоді говори. Боже, які дані. Так всегда в Карклені, дуже вкусно. Не дай покуштовувати, питатися цю смачку. Да. Очевидно, в Карклінах завжди смачні. Павел? Не, Павел, хочу вкусити. На вигляд, то виглянда апетитно. Бардо супер. Okay. Я не мам сил покрутиться. Вот так. Как на тебе знаться, твой господиш? Смачно. Смачно, так? Можно... Спожусь, есть сил. Чи рожоби рожуть, може и дать уж рожеване. Блендер попросить. А Люсова, это смачно. Ее ж по запаху. Дякуємо. То дякуємо для Карклену, главное для Івани. И для всех хімних, кто на працює. Не пам'ятаю, как другие дівчини називають. Грета. Ну, мы видеоблога норим. Ар юном смотрим сюлу иштикет? Бебея. Какие плюсы есть? Ну. Тик плюсы, минусы нема тут якого. Нема тут? Не. Тик плюсы? Тик плюсы. А какие плюсы будут не иштикет? Вот кейс будет. Плюсы? Я не иштикет будет, и она поняли. Вен минусы было? Вен минусы было, тик минусы. Ну ладно. Да, вот. Агитуем Тохлис. Хоча мусу блогерис. А булес. Хоча мусу Станиславас. Ото. Сладкий стол молодых. Бардзо, кстати, ладно, як на малютку веселі. Уютно, красиво и сердито. А ото Павло. Опа, впереди копы. Шухер, шухер. Гражданская жена. Что, ты можешь танец живота бензи? Кто поможет? Танец живота? А что, это пиво или что? Все-таки дым-машина так не важно, до тылу вжутись просто ради байера. Не могу, то дуже вместе зимой. Бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая. Потом мама видит тебя сейчас. Все вокруг как сон. Я хочу сказать в который раз, что причина он моя улыбка на губах. Облака и звезд, лепестками белый кровь. Я ваше ложе застелю. Это первая наша ночь рассчитана, видишь? Здесь можно посвящаться. И типа первого лица первая брачная ночь.
Ты приходишь, о, его дорогая, то... дорогая. Его тоже. Вася! Ребенка даю за невесту! Отдаю ребенка за невесту! Стой! Нет! Тебя не отдают! Тебя не отдают! От грибов тебя так плющит? Плющит, пипец. Короче, вы не представляете. Ну, мы слушаем, рассказывает. Кто, кого виноват? Кто виноват? Забыли, кое-что забыли. Где? Кого? А когда? Зачем? Почему? Вчера, позавчера, год назад и в 2018. Не знаю кто. Когда, что, как. Таблетка склероза пила? Пила вчера 8 часов дня. Забыла. Забыла. Пила. Ну, и дальше что? Мы расследуем преступление. Надо его дальше расследовать, найти виноватого. Кто виноват? Да, сейчас ну, придет. Кто? Сейчас придет. Кто придет? Меня зовут. Да. Грибника, это грибника. Стараюсь. А что вы тут делаете? Молодой человечишка. Что? Павел поздравить еще должен спеть. Какая женщина. По потом по верским налепе было танчить. Дякую багато. Поздравили. Оля, как же плохо, тебе дали. А зараз массаж на 6 Ренцу. Покатила. Сюрприз. Друга 6. Друга 6 нашей программы. Пошли. Дочери. Вот, ну и как вам свадьба пошла? Супер. Нет слов. Большое спасибо. Всем спасибо. Вот. Спасибо и вам, очень было приятно. Свадьба тоже очень приятная была. Нам тоже. И тут какая-то гостья тоже приятная. Подружка. 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 И вот гостя, тут подружка, и тут подружка. Мы три подружки. Вот. Стоишь там такая. И теща говорила, самая лучшая теща. Самая лучшая теща, посмотрите, таких нет, больше нет. Но за тещу. За тещу. Говорил, у тещи огурцы вкусные, говорит. Не только огурцы. Свежие, да? И у деда тушенка. А пельмени так не... С макаронами, да? О, Боже! Все, спасибо всем. Вот уже камера наша отработала. Тут еще гости. Все, тогда пока всем.